Всем здоров. Записываю сразу вот после того, как сыграли мы прошлую серию. Вот, мы сейчас улучшили дробовик, улучшили лук. Теперь у нас какие-то разрывные снаряды есть. Да? Вот такие вот. Да? Это разрывные? Ну, как будто бы вот это обычные. Вот это огненные. А вот это разрывные. Ну, короче, будем тестить сейчас. Вот. И пойдем к этому ритуальному залу сейчас. Опа. Блин, а вот вопрос, а... Это что? А как понять, залутал я гробницу? Потому что этот гробница показывает, скорее всего, в которой я уже был. Не? То есть, смотри, сейчас подбегу к ней. Где она там? Но, скорее всего, одно и то же мне показывают. Да? Ну да, да. Может, типа, минус горит, что, типа, я тут... Был, не был. Ладно. Так, нам теперь куда? Нам аж... А, нам сейчас плыть, господи. Забыл за это. Погнали. Погнали. Блин, мне хочется прям стрелу эту попробовать. Блин, мне дробовик вообще не нравится, если честно. Он вообще урон не наносит, как будто бы там 3-4 раза надо стрельнуть в типов. Типа, это ужас какой-то. Вот разрывные снаряды на этом. Лара, скажи, что это прикольно ты хочешь звучит. Найти? Правда хочешь знать? Нет. Но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матиосу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие – все, что у нас осталось. Попробуем. Может, сейчас геймплей будет на корабле? Мы будем, типа, плыть, стреляться? Че нет? Похоже на то. А, нет. Ладно. Было бы прикольно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно. Пошли. Вот ты мой дробовик взял сейчас? Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, да. Сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Тенчик мой. Тенчик мы мой. Мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Ну, это как будто, знаешь, какой-то финал должен быть, но там еще проходить и проходить. А, хотя, может быть, там проценты пишет не сюжета, а проценты исследования карты, кстати. Возможно. И по сюжету, возможно, мы уже вот-вот близимся к финалу. Это что, намек на что? Не понял. А, я и понял. Все. А я вместо Е, типа, ну, нажал Shift. Ну, согласитесь, типа, вот, ползти медленно и ползти быстро на Shift, как будто бы звучит, типа, ну, логично, да? Но в игре сделано так, что ползти быстро на Е. Ну, типа, сорян. Бля, можно этому ублюдку вот этому вот снизу, да-да. Ебануть. Просто самым первым, пожалуйста. Штурмовые стражи. Люди. Они охраняют монастырь. Ждут, когда их представит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Ебашь его. Меня зовут
Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Тё! Стреляем, давай, стреляй, я попаду. Ну, в этого типа. Отсюда. А где лук? Так, плюс сколько там? 5 опыта, да? 10 сюда. Ну, не опыта, я имел в виду, а этого. Так, как будто бы надо сюда. Бэмс. Бэмс, бэмс, бэмс. Блин, а с этими стражниками будет тяжело сражаться. Они же типа, ну, в броне все. Хотя у меня вот появились взрывные стрелы, или как-то сказать. Надо будет их затестить сейчас. Штормовые стражи. Через столько столетий все еще охраняют свою императрицу. Угу. Как они размножаются вообще? Ну что, как думаете, тестим? Или тут лучше подождать? Чего? Реально? А, у меня их типа немного бывает. Я понял. А где труп? Эй, а лут? Дайте лут, дайте лут у меня. Так. Угу. Что же нам тут нужно сделать? Типа стрельнуть огнем сюда. Угу. Это у нас было такое, мы помним. Ух, ебать, а вот этого типа, это, ну, походу, будет больно убить. Ну, мне больно будет. Как они типа, ну как они размножаются тут столетиями? Что-то женщин тут не видел. Вот этот самый на самом деле типа юзли сундук по 10 по 20 опыта дает, типа, ну, мне животных столько дают. Что они делают? Броню типа надевают на него? Нормально. Блин, я боюсь его. Сюжета меня спалили, да? Или я дурачок просто поздно нажал? Опять от взрывов убегать. Блин, а я ж ничего не вижу. О, теперь вижу, найс. Так. Ну типа сбежал, я понял. Найс. Блять. Слушай, ну они не такие на самом деле. Не такие простые. Ой, не такие легкие. Сложные.
Я тоже не помог. А кто это такие? Откуда они вообще взялись тут? Так. Давай дефолтные посмотрим, сколько будет снимать. Но у меня нету ничего. Бескрыто говорил, что причина бурь, душа, что-то там. Окей. Окей. Так, тут типа пройти нужно. Ты не боишься, алло, вдруг там миллиард типов сзади за двери? Ох, ё-моё. Дует. Я все правильно иду, да? Отходите, ублюдки! Я хочу затестить, у меня стрела обычная. Их будет с двух пуль убивать или с одной? Бля, если сейчас убьют еще наших типов, вот этих вот будет обидно. Вот, Иона и вот вот. Которая бычит постоянно. Ой-ой-ой-ой. Боже мой. Серьезно, это намек, что мне нужно всех их хуярить, а потом и его. Ой, я, кстати, его на превьюшку брал. Я его на превьюшку брал. На ютубе. А, реально? Ебать, мне страшно. Мне кажется, что мне капец. Блять, да господи, как... Почему так быстро пришли? Ну, тут чел прям прибежал очень быстро. Я даже не заметил его, блин. У меня позиция плохая очень. У меня очень плохая позиция была. Надо какую-то новую занимать. А ебать, в смысле ты попал? Ну и? Где вы? Вас же 10 человек было. А, нихрена придумал, прикольно, чел. Так, давай я полутаю этих типа сначала, которые тут убил. Да, это твоего щита такой толк прям, чел. Компенсация завершена. Найс. А сколько у тебя хп, говнюк? Я что-то не могу нормально признавать этот подствольник. Не знаю, мне он только вот по росту как будто бы нужен. Какой-то useless вообще тема. Тут тоже вроде, да, кто-то был, да. Вот так тут патроны, ё-моё. Я не увидел-то их. Тихо-тихо, куда ты дуешь меня? Так. Экшон.
Блять, главное, чтобы они вот это не взорвали. Стой! Стой! Так. Тут я забрал труп? Нет. Так, нормально, патроны пополняются прям. Сразу почти. То есть мне хватит калаша, по идее. Так, я бы вот сюда поднялся, но если она не взорвется тут. Чтобы... Золотать тут типа. Найс, о, отсюда можно еще этого убить. Полегче. Так, все. Больше ничего не вижу. А тихо, что там у меня отлетает-то? Блять! А, нет, не поджигайте бочки! Челы, как там, нормально выстрела? Найс. Так, тут дробовиковая. Я не знаю, как я буду того типа убивать, блин, кстати, мне сейвы нужны, смотри, тут много очень. А вот это нечестно было, блядь. Сверху прыгать нечестно, ребята. Ага, прикол. Блин, японцы это прикольно. Мне прям нравится, как они, ну, язык японский. Вот сам эти стоматы, они какие-то суровые как будто бы. Я такой конч, да, я знаю. Какой самурайский меч ни хрена, когда у меня есть дробовик, чел. Что это, намек, что сейчас босс выйдет? Да ну. Не понял. Так, а тут кто-то есть, погоди. Наверху. О, найс. Стой. Так, 4. А, найс, патроны есть. Просто я поменял в какой-то момент, подумал, что типа нет времени следить, если патроны и... Да. Угу. Да ладно. Но тут очень много бочек этих, я боюсь, что они в какой-то момент подорвут. Да, подорвутся. Бля, ну это прям экшоновая серия, мне прям нравится. Да. Ладно. Так, а тут что-то было? Ну тут босс был, если что, вот, ну, когда катсцена началась вот это вот. Вот он отсюда вышел, и где ты? Я боюсь. Не надо. Какой ты, блин? Серьезно, все? Подожди, в смысле? Серьезно, ты просто улетел и сдох? Чел. Я думал, сейчас файт будет жесткий какой-то. Ладно.
Так, мы в главном храме. По патронам у меня все. Нет, это как будто для босс-файта арена. Походу он вернется сейчас, да? Либо какой-то другой выйдет. Ну, не страшно. Не надо. Не пугайте меня. Сколько дашь? 55, блин. Кстати, можно было бы уже улучшить, кстати, это. Так, это карта обновлена. Так, ладно, это было чисто, чтобы забрать эту штуку. Ну, давай. А, не будет пока? Я думал, сейчас я встану, тут и чел появится какой-то огромный. Или сейчас, вот когда подыму. А, это не подыму, раскрою. Блин, серьезно, такая большая вот лока, и тут только одна коробка и просто вход? Ну ладно. Слушай, я что-то не уверен, то, что мне нужно вниз прыгнуть. Какая-то странная хуйня. Ну давай. Я пытался попасть, но ладно. Я пытался попасть просто. Так, а у меня сверху залутана там штука? Вроде да. О! У него. Там вот как будто бы, видите, ну... Не как будто бы, а тут можно взаимодействовать. Возможно, с дробовика... Ой, с дробовика с калаша. Да не. Забей. Так, мне что, мне просто вниз спуститься или я не понял? Ну и чё? И для чего мне это? Не понял. Так, подожди, стой, чё-то не то. Подожди. Ой, опять думать вот это вот. Мое любимое. Так, во-первых, тут реликвия какая-то, артефакт. Этому китайскому гончарному изделию тысячи лет. Тысячи. Оно попало сюда еще до основания Яматая? Возможно. Что-то я туда опять пропустил. Ну, я такой чел, ребят. Ну, чё поделаешь? А, тут вот еще. Тю. Угу. И что это? На что намек? Ой, тихо. Намек на то, что мне нужно залезть и растянуть, и она тут ломает у тебя штуки. Ладно, попробуем давай. Ну да. Найс. Мы столько усилий, типа, достать какую-то бобину. Обалдеть. Так, и что, отсюда туда? Ну, блин, ну там высоко слишком, там надо было с чего-то прыгать, но я из этого я на нее и прыгнул. Ну, чтобы это... Так, а тут как еще? Тут только так. Давай попробую покрутить вот эту штуку, чтобы закрыть ворота.
А блин, а как я туда попаду? Не понял. Погоди. Кстати, а может быть? Может быть? Я перепрыгну. Да ебать, меня shift, чтобы бежать жму. Чё-то не то, да? Чё-то не то, да? Вот я бы не так чё-то делаю. Тихо, ты не ломайся только. Может, опять нужно... Я что-то не пойму, мне нужно мотнуть, вот не мотнуть, как это сказать, пошатать ее и плюс еще и на ней быть, это как вообще? Каким образом? Что-то не то. Погоди, а как такое может быть? Возможно, сейчас я вот это вот ее, ну это, блин, ну это прям вообще какой-то... Рофл будет, если получится. Я реально? Я перепрыгну. Ладно. О. Ну все, босс-арена. Это уже точно босс-арена. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Это все золото, интересно, или нет? Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Странно, что императрица, так, да? Значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Они хотят переселить она душу. Она передает не власть, она передает да. душу. Просто тело используют. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Ух. Сэмми. Вместилище для души императриц. Я должна это прекратить. Так, я могу пойти налево, могу пойти направо. Направо смотрю, там какая-то штука. Она меня... Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Угу. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил. Понял. Вот так вот, ребята, вот так вот. Так, Чем реально не будем драться с большим вот этим вот типом? Мне кажется, он не умер, типа, он просто спустился пониже. Сейчас поднимается, сейчас пиздюлей нам будет давать. Мне нужен костер, дайте костер, чтобы я это... Улучшил что-то, у меня уже достаточно много ресурсов. 800 уже, ну, давайте. Костер, найс, видите, вот нужно попросить главное, вот и все. Быстрый переход после этого лагеря недоступен, написано было. Чего? Я боюсь, блин. Чё, реально финал?
Так, нет, это я не хочу качать, какая-то хрень вообще ползает. Вот тут у меня... Давай мгновенно убивать в контратаке типов. Так, улучшение. Так, я очень хорошо с лука стреляю, ну типа много, да? Я могу улучшить вот броню. Вот пробивает броню, можно качнуть хорошо, то есть... стабилизирующие грузики, вообще точность полета. Сима урон. Вот как будто бы хочется и вот это вот, и вот это вот. Давай броню, наверное, все-таки пусть пробивает. Вот, сделаем так. Найс, качнул только одно что-то. Обидно. Ну, а что там написано было, что я не могу это... Не смогу что-то сделать. Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? А вот кто знает. Кто знает, как это попало на Яматай-то. Что там? Это сейчас рушиться начнет, да? Это слишком чисто все. Чуточку потише надо сделать. Так, и чё? Повниз? Не понял. Я не... Камера ужасная, я не вижу ничего. Тут камера фиксированная, поняли, когда ты лазишь? Ты не можешь повернуть, посмотреть. Я Shift опять нажал, чтобы ускоренно пройти вверх. Ладно, 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 ладно. Боже, умирать в таких моментах, блин, ну, понимаете вообще? То есть ладно там в файте каком-то, да, или еще о чем-то. Но, блядь, в таком. Вот я не вижу, что тут. Куда мне нужно ползти там? А, я выше пролез, господи, я не увидел то, что здесь новое что-то. Стой. Не пон. Так, тут ничего не надо делать. Не понял сейчас. А сейчас не понял, а куда мне? А, господи. Я не увидел, сорян. Стой, там я в снег проваливался. Вау, глянь. 13-го года игра. Прикольно.
Так, нужно сломать, да, что-то этим типом. Не пойму, подожди. Может помочь ветер. Так. Боже, тут уже все рушится на части. Алло, ты императрица, ты могла бы построить хотя бы... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Построить храм нормальный, новый, блин, а то старинный вот этот вот ужас какой-то. Так, чё, серьезно? Да ну я не верю. Реально, вот так вот? Прикольно. Ебать, я понял, что я что-то не так сделал. Так, теперь мне... Видимо, сюда. Так, в смысле, они не уедут же, их будет Пимика это кошмарить. Тут по-любому надо ее уничтожать. Я в шоках. Какой экшон. Очень экшоновая серия. Так, не понял, еще раз, мне нужно... Типа, оп-оп. Найс, да. Так мне нужно. Оп-о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 п. Левее. Ой, точнее, правее. Найс. Так, тут теперь... Понял. Боже, это жесть какая-то вообще. Ну, камера направлена, как будто бы мне вниз надо. Если я не прав, то, блин, ругайте разраба. Тон-тон-тон. Так. Не знаю, зачем она тут, но ладно. Возможно, сейчас какой-то файт будет сильный. Так, вижу. А камера вверх направлена. Не, это жесть какая-то, очень старая уже. Этот храм, это рухлит полная. Я не знаю, как тут типы еще живут, вот эти вот самураи. Тут же можно просто упасть и все. И умереть. В плане то, что провалиться просто, блин, в деревяшке. Кошмар какой-то. Она не может меня это того, да? Жесть, вот этот шон. Кайф. Прям вообще. Уок. Мне прям нравится. Интересно, вот фильмы по Tomb Raider вообще, они же, ну, должны быть съебать каким бюджетом, чтобы вот такое вот снимать. Это ж не просто там боевичок, тут, блядь, тут спецэффектов столько надо, что вообще забей. О, величайшая! После долгих поисков я нашел для тебя сосуд! Излейся и вернись в мир смертных! Излейся! Надо в нее огнем стрельнуть и убить. Ну, сжечь труп, чтобы дух ушел. А как остановить это все? Что, а как?
Что так укрытий много? Это типа, блин, да, это оно. А ебать. Да господи, ты можешь вот тут встать. Я не могу, я не... это пиздец какой-то. Не, блин, на хардкоре она сложная прям, ну камон. Чё-то Миха говорил, что она типа игра изи. Ну тут... Смотри, меня в очередь дали, я, блядь, чуть не умер. Смотри, все. Мне очередь просто дают, все, у меня темный экран, блядь, я стрелять не могу. Это пиздец какой-то, жесть вообще. Не, ну мы пройдем это, понятное дело. Вот этот вот момент, когда я медленно иду, он вообще лишний. Для чего вот это вот, для чего? А я вкачал себе вот эту штуку. А, сосай, куда сай? Я не могу труп залтать? А, могу. Найс. Пимика, прости, я... Ой, или как, кто там, не Пимика, Сэмми. Я тебя спасу, погоди, надо лутать. Да, тут у меня... Ага, мне... Чё, я не сюда пошел? Лохи. Да, тихо, давай. Но нельзя столько шить, это не ПРП. Говорю, было бы у меня столько хп, как у них, господи, так я бы вообще без смерти игру прошел. Еще один. Я в смысле, что не сработало? Ладно, давай ша. Блять. Его, я не помню, почему у меня контратак не срабатывает что-то. Чего, блять? До этого срабатывало, сейчас 3 или 4 раза подряд, сколько не сработало? Чего, блять? Хотя бы отсюда. Не помню, в какой момент мне так надо. Найс, блять. Господи, там мне времени не дают даже, чтобы стрельнуть в него. Да господи. Пиздец. С двумя щитовиками это такой тильт вообще. Идите в жопу, блин.
Все, побежали, 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 побежали. Нет, жога ее, сука. Блин, как будто бы тут надо было, но нет. А подожди, походу отсюда, да? Не? Не. Походу не сюда. Походу там нужно реально прыгать даже сюда, вот. Тихо-тихо. Окно тут изи. Это реально финал? Вот это вот, когда она медленно идет, меня прям... Блядь, нет, тут походу большой чип сейчас будет. Да. Здорово, блядь. Ну, здорово. Блин. Как же мне тебя убивать? О, так ты в спину ебашишься, лол. Да, только в спину его бить. Это самый крутой босс, на него надо использовать вот эти вот штуки, мне кажется. Пошел, пошел. Блять, я все промазал. Я все промазал, блин. Стой. Блять, я не попал. Господи. Последний надо дать ему в спину, а там уже дробовиком добивать. Найс. Все, сейчас мне кажется дробовик в тему. Да господи. А, у него голова уже, все. Да господи, давай. Пошел, пошел, на. На самбо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел, все. Ебан, он здоровый был, охренеть. Это прям толстый, здоровый мужик. Прям огроменный. Найс, найс. Че, облутать его можно? 90, нормально. Нормально. Только интересно, это финальный босс или нет? Потому что кто-то ж... А, может, не может сама Пимика, может, с ней ебашится. Это будет интересно. Стреляй просто, давай. Или с ним, да не, я не верю, что с ним.
Я не понял, что мне жать надо, блядь. Извиняюсь. Бьем. О, двух пулек. Канон. Найс. Уф. Прям с двумя пистолетами охеренно смотрится. Классно. Пятненько. Давай, бей. Да, сгорит, да. Найс. Ну что-то эти типы очень, типа, самураи вот эти небольшие были очень легкие. Что происходит? Я думал, побольше в них нужно будет всаживать. Они, здесь. Как обычные, типа, умирают. Кекис, я проходил God of War 4. Рагнарёк смотрел на ютубе. Ну что, у меня плойки нету. Я ведь обещала. А теперь домой. Чё, реально финал? Ну да, а что тут еще будет? Финал, походу. Конечно, ты что? И все. Остров. Проклятие с острова снято. God of War охуенная игра. Прям очень крутая. Блин, ну, смотри, она в нее вселялась по чуть-чуть. Может быть, там это не то с ней будет. Что там было? Лучше тебе не знать, да? Все кончено. Можно плыть. Ладно. Давайте убираться отсюда. Смотри, мы только вчетвером уплываем. А на сколько было? Человек 8, да? Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Треугольник Дакота. 6 утра. Холодного мангового смеса. Ну, а мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Какой-то задел на будущее? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Да, погибло, конечно, много людей. Я еду не домой. Найс. Survivor is burn. Что? Не понял. Икспу мне зачем-то дают. В смысле, игра шпроди нужен.
Не, игрушка классная, мне прям очень понравилась. Мы вот-вот скоро начнем, ну так, сделаю перерывчик, там, дня три, может быть, и начнем проходить какой-то Rise of the Tomb Raider, следующая часть, которая, да. Вот, она должна нормально потянуть у меня с этим, со стримом. Она, типа, не очень... Ну, она 15-го года вроде, или 16-го. Но в целом, смотри, игрушка классная. Графон для 2014 года класс. Музыка, звуки, ну, типа, норм. Но музыки не было какой-то тут, которая прям вау-вау-вау. Ну, типа, норм. Все четненько, все хорошо. Сюжетик... Ну, простой, я бы сказал, назвал простым. То есть тут в самом начале понятно было, что есть какие-то плохие типы, которые хотят украсть у нас женщину, все. Ну, не женщину, а эту подружку. Ну, здорово, Спарк, здорово. Ну, типа, в целом, прям, ну, мне понравилось, конечно. Тоже вот Tomb Raider — это такие, как их назвать, культовые игры, которые я тоже не проходил их, вот. И первый раз вот попробовал. Говорю, если бы не стримы, я бы не попробовал их проходить. Да, вы приходите на стримы, смотрите на стримах прохождения. Чтобы знать, когда будут стримы, в телегу подписывайтесь, там анонсы. Вот. Все, получается. Всем спасибо.